лучше. Я поменяю ебучего Е3-го, я на этой хуйне, блядь, в рандоме играть не буду, блядь. Это просто... Ты понимаешь, в чем проблема Е3-го? Во-первых, это... Параша не едет, это первая проблема. А вторая проблема, что из-за того, что она не едет, ты должен всегда спешить стрелять. Всегда ты должен спешить, всегда, только кроме боев позиционных, типа Руинберга. Вот на Руинберге я просто встал, бой шел 7-8 минут, и я 7-8 минут хуярил. Вот. Вот идеальный бой для этого танка. Когда ты едешь, и ты куда-то спешишь, все, ноль шансов, зеро, блядь, чисто зеро, блядь. А еще при этом, у тебя, блядь, во взводе шотник, блядь, который пылесосит всю карту на Леопарде, блядь. Или на СТБ, блядь. И с тобой еще, блядь, Блади, который на чипе перед тобой летит всегда, блядь.